Экономический форум «Основа будущего» пройдет в Минске. Участники планируют обсудить тенденции в мировой экономике, изменения ценностей в обществе и их влияние на политику, а также перспективы России как нашего важного партнера. Мероприятие уже стало площадкой для открытого профессионального диалога об экономическом развитии Беларуси в контексте мировой экономики. Оно собирает представителей госорганов, экономистов, практиков и теоретиков, а также руководителей аналитических центров и международных организаций. Беларусь поднялась на 16-е место на международном чемпионате профмастерства World Skills, прибавив за 2 года 20 позиций. В конкурсе в Абу-Даби приняло участие более 1000 студентов и рабочих из почти 60 стран мира. Результатом нашей команды стали 2 медали, обе награды завоеваны в парикмахерском искусстве. Всего же белорусскую сборную в 6 сферах представили 29 студентов и рабочих со всей страны. Следующий чемпионат пройдет в 2019 году в России. В Большом театре Беларуси сегодня гала-концерт, посвященный юбилею балетмейстера Валентина Елизарьева. Народному артисту СССР и Беларуси исполнилось 70. Поздравить именинника соберутся легенды, звезды мировой сцены, среди которых Юрий Григорович, Николай Цискоридзе, Светлана Захарова, Иван Васильев. Друзья, коллеги и ученики мастера. Валентин Николаевич 36 лет служил Большому театру Беларуси. К юбилею балетмейстер представил обновленную версию балета «Спартак». В афишах он уже 37 сезонов.